Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл, ныне изволением Поместного собора Русской Православной Церкви преподается тебе сей шлем надежды спасения. Первое послание к Ефесянам, 5 глава, 8 стих. «Ангелы чилики осеняют твое чело, да предстательствует перед престолом Вседержителя с молитвой о благоуспешности твоего служения. Крест Христов, венчающий твою главу, да будет тебе напоминанием о жертвенном подвиге патриаршества, совершаемом во имя любви к Богу и Церкви. Возложи же его на свою главу, с твердым упованием на пастыря-начальника, умершего за нас и воскресшего, и да утвердит тебя в предстоящем служении всесильная десница Божия». Аксиос! Сей радостный день, который Церковь наша обрела нового 16-го патриарха Московской Севеси, от лица Поместного Собора, совершившего сие избрание, торжественно вручая вашему святейшеству посох первосвятителей Московских. Этот священный посох принадлежал некогда святителю Киевскому и Московскому Петру Чудотворцу, перенесшему первосвятительскую кафедру всей Грады. И ныне вручаю в ваши руки древний посох, мы уповаем, что подобно прославлению Лиги Святых первосвятителям Московским, неустанно трудившимися над созиданием и благоустроением Церкви Христовой, вы станете продолжателями служения и прочившего единства Святой Руси, духовной общности многих народов. Промыслом Божьим, начавший бытие во святой Киевской купели. Мы все обещаем вам, что по мере сил каждый на своем месте будет помогать вашему святому святым святым делам. Посох есть знак странствия. Он помогает пути посланнику и ведущему до исполнения своей миссии. Предстоящая церковь изменять образ апостольства, образ подражания Христу, которым Бог поставил мир, чтобы мы получили жизнь через Него. Вручение вам всего посоха есть выражение готовности всей Церкви идти за вами, трудиться под вашим началом, дабы слава имени Божьей распространялась по всей конце земли. Веряя ныне вам сей посох, вся полнота нашей Церкви свидетельствует не только о великой чести первосвятительства, но и о особом доверии. Миллионы людей смотрят ныне на вас с радостью и надеждой. Примите же святейший Владыка жест сей, и да будет он для всей Церкви нашей жезлом наследия Божия, жезлом правости, жезлом благочестия.